Владимир Сапрыкин. Коррупция. Читает автор. Есть важная у нашей власти функция, любимая махровая коррупция. С коррупцией все борются в стране и продолжают жить, как на войне. С народа власть за все взимает мзду, ведя его по жизни за узду. Куда его ведут, никто не знает, но пятой точкой все же понимает, с коррупцией в стране не все в порядке. Лежащий полицейский взят на взятки.